Кражу по горячим следам в Анадыре раскрыли полицейские. Злоумышленник похитил сотовый телефон у знакомой и продал его. Причем такие случаи далеко не редкость. Только с начала года на Чукотке зарегистрировано 13 подобных краж. Сотрудники полиции в течение суток раскрыли кражу в Анадыре. В органы внутренних дел обратилась жительница окружной столицы. Она сообщила, что оставила в гостях свой телефон, который кто-то украл, как выяснилось, хозяин квартиры. Я оттуда сим-карту вытащил, выбросил через форточку. И проверил, сколько там заряда, если что, чтобы зарядку взять, на зарядку поставить. Угу. Вот. Поставил его на зарядку, наполовину зарядил и пошел искать, кому его можно продать. Продать телефон подозреваемый решил через своего соседа. Всего за 1000 рублей. Тот согласился и отправился в город искать покупателя. Ну, нужно продать куда-то. Я его взял, продал, все. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось выйти на молодого человека, который купил телефон. В разговоре с полицейскими мужчина сообщил, что не подозревал, что телефон краденый и не обратил внимания на его низкую стоимость. Человек мне предложил его купить, а он не купил. За свою сумму? За 1000 рублей. Не знал, что телефон ворованный? Нет, не знал. Он же мне сказал, что он не ворованный, ничего, все в порядке. Полицейские изъяли телефон и отправили на экспертизу для выяснения его настоящей стоимости и дальнейшего предъявления обвинений фигурантам дела. С начала года на территории Чукотки зарегистрировано уже 13 краж мобильных телефонов. Из них большая часть совершена в окружной столице, 9 случаев. Сотрудники уголовного розыска считают, что зачастую основной причиной подобных преступлений является беспечность самих владельцев. Большинство краж мобильных телефонов у нас происходит в ночных увеселительных заведениях, а также когда граждане собираются на дому и распивают спиртное. Как правило, это происходит, когда хозяева приглашают посторонних, ранее малознакомых, и в ходе распития спиртных напитков потом эти ранее малознакомые совершают хищение мобильных телефонов. Сотрудники полиции призывают жителей быть бдительными и соблюдать элементарные правила безопасности своей и своего имущества. Владимир Никиченко при содействии пресс-службы окружного управления МВД.